Певица Настя Каменских решила поддержать молодых блогеров и снялась в роли самой себя в новом сериале «Хостел». Каменских напомнила подписчикам, что сама она начала вести свой видеоблог еще до того, как это стало модным среди звезд шоу-бизнеса, и теперь с радостью согласилась поучаствовать в новом проекте, где стала одной из первых приглашенных знаменитостей. «Я решила не изменять традициям и стала звездным гостем в большом блогерском проекте, сериале «Хостел». Это классный молодежный сериал, который разрывает все шаблоны и грани YouTube. И я рада, что меня пригласили стать его частью», — рассказала артистка. Новый сериал снимают молодые блогеры, они играют молодых студентов, которые вынуждены жить вместе в одном хостеле. Судя по прикрепленному Каменских видео, она играет в первой серии саму себя и случайно оказывается в этом хостеле из-за разногласий с организатором концертов, который не обеспечил певице хороший отель. «Значит так, Андрей, это ты организатор концертов, и ты должен был обеспечить мне нормальный отель. И вот, чтобы тебе было стыдно, я прямо сейчас сниму себе вонючий хостел и буду в нем жить», — говорит в кадре Каменских перед удивленным администратором хостела. Поклонники в комментариях написали, что актерская игра у любимой певицы оказалась на высоте. «Прикольно. Мне кажется, ты даже и не играешь, ты и в жизни такая. Кстати, прикольный сериал. Все так стильненько снято, на обычном телеке такое не часто увидишь. Круто, я вот подумала, что ты даже и не играешь, что ты в жизни такая, но это очень круто», — написали фанаты.